Не секрет, что социальные сети – отличный способ найти не только вторую половинку, но и новых друзей. Недавно такой возможностью решила воспользоваться Виктория Боня. Телеведущая призналась, что в последнее время ей не хватает общения в женском кругу. Поэтому она решила найти новых подруг среди своих подписчиц. Пока моя подруга занята, я ищу себе новую подругу. Предлагаю где-то девчонкам в количестве 5-10 человек встретиться, подумаем, где, в каком ресторане, и, соответственно, мало ли, вдруг я найду ту самую подругу, которая мне судьбой предназначена. Условия участия максимально простые. Нужно всего лишь ранним утром прийти на завтрак со звездой и рассказать о себе. Виктория призналась, что уже получила много откликов от тех, кто готов спасти ее от одиночества.